Заплатить налоги призывают северодвинцев инспекторы. Срок до 5 ноября. Физические лица должны оплатить земельные, транспортные и имущественные налоги. В нашем городе есть и такие, кто не уплатил имущественные налоги еще за 2012 год. Задолжали северодвинцы 36 миллионов рублей. Им начислят пени, затем материалы направляют в суд. Поэтому к задолженности прибавится и сумма исполнительского сбора. Это минимум 1000 рублей. По уплате налога за 2013 год уведомления были разосланы еще летом. Уведомления были направлены через Санкт-Петербург, поэтому не надо удивляться, что письмо приходит из Санкт-Петербурга. А вот если какие-то вопросы возникают, какие-то неверные данные, может быть, обнаружил налогоплательщик, то это, пожалуйста, в свою инспекцию. С вопросами налогоплательщиков ждут на Торцево 4. По итогам 2013 года в региональный бюджет должно прийти 144 миллиона рублей транспортного налога. В городской почти 33 миллиона налога на имущество и больше 2 миллионов за землю. Распечатать налоговые уведомления и оплатить квитанции можно и самостоятельно на сайте налог.ру.